Рыжик, ты готов? Готов! Он готов ехать. Ну ладно, поехали, Рыжичек. Все спрашивают, почему в видео нет Максима. А вот он, Максим. Ну вот, Рыжик, как всегда, у нас домашний слишком котик, он боится. Там, где люди, он отказался выходить из своей переноски. И мы принесли его сюда, вот на природу. Рыжик, выходи. Давай, выходи, Рыжик. А, паучара! Где? Вон он, смотри, какой огромный, боже мой. Я боюсь пауков. Рыжика даже не видно. Он в лесу, как в лесу, в клевере. Ага. Лес из клевера. Шлейку мы ему одели специально для котиков. Дорожку вот тут вот. Да, он там нашел небольшую дорожку. Ой, боже, коровка. Их тут много. Ого. Вот она. Боже, я коровка. Побежала. Лети на небко. Пошло дело, пошло. Наша гулять. Ну, Рыжичек, куда?
куда ты опять в переноске идешь? Нельзя. Тут уже не такие заросли. Ага. Чуть пониже. Рыжик решил отдохнуть чуть-чуть. А ему здесь улетела. Нравится, он здесь более спокойный, смотри. Да. Сидит. Тут людей просто шумных не нет. Не боится, да. Тут там музыка играет и громкая. А тут тихо. Вон, даже травку хочет покушать. Что, дальше пойдешь? Ой, рыжик спрятался. Он отдыхает. Слушай, какая идиллия, да? Ему, похоже, понравилось здесь, где нет людей. Смотри, как он отдыхает, ему нравится. Спокойно. Да. Только надо будет потом еще раз проверить, чтобы его клещики не покусали. Ну туда пойдешь? Там озеро. Там рыбку тебе будем ловить. Озеро? Да. Пойдем до озера прогуляемся. Там тоже людей нет. Не бойся, Рыжик. Мы тебе покажем все местные достопримечательности. Рыжик что-то нашел очень вкусно пахнущее. Кто там жужжит? Рыжичек. Негодяй. Я не заметила. Рыжик, ты видел, да? Только что два фазана отсюда выскочили. И один туда полетел, другой вдруг. А он там кто поет? Это какие-то скворцы, что ли, маленькие. Рыжик, у него проснулся охотничий инстинкт. Он хочет фазанчика поймать. Ты там в колючки только залезешь. Как тут тихо. У Рыжика хвостик стал как ёршик для бутылок. А чё это он? Он, наверное, испугался, что я подскользнулся вот здесь в грязи. Смотрите, да. Какой след остался. Тут прям опасно. Туда ниже нельзя спускаться, там в грязи утонешь. Ой. Это я показала, что как бы... Туда не надо наступать. Вот. Ты видел, что здесь есть? Смотри. Ракушечки. Что-то Рыжику здесь не нравится. Кажется, Рыжику здесь не понравилось. Он не хочет в грязи. Он у нас чистюля. И он пошел искать выход. Да, Рыжик? Так вот ты не туда пошел, Рыжик. Самолет. Вот же тропинка. Ух, как он побежал. Так, Рыжик, ты охотничий кот. Только ты ловишь не дичь, а рыбу. Давай, поймай нам рыбку вот в этом озере. Можешь? Ничего не поймал, рыбка. Ну вот, рыжик отдыхает в темночке. Ему тут хорошо. Пока мы летали на квадрокоптере вот здесь, над вот этой речкой, переходящей в озеро.
Рыжик у нас отдыхал, он бедненький, устал. Посмотрите, что нам Рыжичек нашел. Какие замечательные грибы. У нас Рыжик оказался настоящим грибником. Он, как люди ходят трюфели, свиней на трюфели, на это дрессируют, чтобы они находили. А у нас Рыжик находит вот такой вид грибов. Я забыл, как он называется. Вы нам в комментариях, пожалуйста, напишите, что это за грибы. Рыжик, это съедобные грибы? Ну-ка, понюхай. Рыжик говорит, съедобные. О, какие грибочки нам Рыжичек нашел. Это у нас видео будет называться «Рыжик под грибами». Рыжик, ты чего вылез из переноски? Рыжик уже домой хочет. Чего, Рыжичек, ты на переднем сиденье поедешь? Гафи, тебе понравилось? Домой хочет. Тут печенька встречает. Ну как, Рыжик, тебе понравилась грибная охота? Ой, печенька соскучился по Рыжику. От него пахнет не так, да? Странный какой-то запах, да? Наконец-то, Рыжик, скажи, дома, да? В старом добром доме. На, Рыжичек. Вознаграждение тебе нужно. Ого, как Рыжик проголодался. Ладно, всем пока, до новых встреч. Рыжику нужно отдыхать.